Итак, 86-я серия. Участок Мурманск-Магадан. Расстояние в этой серии будет пройдено 52 километра. Движение сейчас в сторону города Курган. Состояние дорожного полотна хорошее, разметка, обочина широкая, дорога под контролем, под наблюдением дорожных служб. Я сейчас заранее скажу о концовке серии. Движение по городу Кургану это хаотичное такое, объясняется тем, что я стал искать станцию технического обслуживания, которая будет менять моторное масло. Забил поисковик Яндекс.Навигатора название этой компании, но там началась какая-то непонятка. Во время движения по городу Курган вы увидите, что петлял как не знаю кто, но Яндекс.Навигатор не смог найти сразу эту компанию, станцию технического обслуживания, где должны были поменять масло, по той простой причине, что айтишники этой станции перемудрили. Название компании из двух слов. Так вот, первое слово они набрали в латинице, а второе слово в кириллице. И это было, наверное, очень большой ошибкой, потому что Яндекс.Навигатор просто терялся и не знал, на какое слово ориентироваться. Но в итоге я, наверное, 3 или 4 раза заехал непонятно куда. Выходил, интересовался у людей, спрашивал, никто название этой компании не слышал. Так, показывали рукой ориентировочно, вот там, в том направлении где-то. Но в итоге потеряно уйма времени. Но есть и положительный момент. Петлял немного по городу. Посмотрите на улицы города, на здания. Это, так скажем, незапланированная экскурсия. Сейчас движение по трассе Р-354, впереди круговое движение, и с трассы Р-354 поверну на трассу Р-254 Иртыш. Потом трасса Иртыш, круговое движение, и с трассы Иртыш уйду на Омскую улицу. Ну а далее вот эти
зигзаги. Сейчас смотрю на карту кургана, где проложен трек. Вот, ну, такие там этот повороты, развороты. Ну, это все, говорю, вина айтишников, потому что не смогли грамотно, не учли то, что раскладку клавиатуры Яндекс.Навигатор не может определить, это кириллица или латиница. В итоге я петлял, потерял достаточно много времени и вместо расчетного места для ночевки, для привала, ну, это или Ишим рассчитывал, остановлюсь на ночевку, может быть, проеду немного дальше, там, где мотель «Уют». Ну, буду проезжать мимо, я на этом акцент сделаю. Мотель «Уют» – очень хорошее место. Чем-то я недоволен во время движения. Ну, шума в салоне особо нет, поэтому, если что буду говорить в салоне, комментарий, он четко и ясно слышен. Ну, а так, смотрите картинку на состояние дорожного полотна, инфраструктуру. Если что вспомню, я в следующей серии скажу. Кстати, следующая серия, 87-я, начнется стартом из города Курган. Ну, там немножко проеду по городу, тоже посмотрите на улицы. Ну, а сейчас вроде бы все, смотрите, запоминайте. Любуйтесь природой. Погода, вернее, солнце уже поднялось вверх, справа, сбоку. То есть освещение более-менее нормальное. Можно разглядеть природу.
силовое движение. Третий. Ну, мы сейчас с Толиком поедем, а вы через минутки полторы-две тоже.
мешает разобрать все качественно доступно по цене 40 рублей, евро 43. Мы находимся на 266-м километре трассы Иртыш. Также работаем с картами Сбербанк, Варком, Петро, ЕСТО. При заправке свыше 200 литров перчатки или кофе с подарком. Приезжайте, будем рады вас видеть. АЗС Урал. Ремонт всех видов дизельной топливной аппаратуры, в том числе Common Rail. Телефон 8-951-265-69-69. 8-951-265-69-69. Через 100 метров круговое движение. Первый съезд. Налево ебашим, да? Рой съезд прямо. Нет, это следующее, но. Круговое движение. Первый съезд. Прямо 5 километров. Поедем на базу. Все равно он нас видит, что мы здесь стоим. На тюменском колечке продам чай, шарики, женский возбудитель, мужскую виагру, грудинку, вырезку, ребрышки домашние копченые, конина копченая, колбаса домашняя из конины, мазь от псориаза. Я поехал.
Фирма «Навигатор» осуществляет продажу, ремонт, настройку раций, навигаторов, видеорегистраторов, радар-детекторов. Обращаться в город Курган, улица Омская, 145, строение 1, телефон 8-919-563-33-35.
осуществляет продажу, ремонт, настройку раций, навигаторов, видеорегистраторов, радар-детекторов. Обращаться в город Курган, улица Омская, 145, строение 1, телефон 8-919-563-33-35. Маршрут построен.
километр. Навигатор осуществляет продажу, ремонт, настройку раций, навигаторов, видеорегистраторов, радар-детекторов. Обращаться в город Курган, улица Омская, 145, строение 1, телефон 8-919-563-33-35. Какой у них номер телефона, как с ними созвониться? Заехал во двор какой-то, хрен его знает, окна, мокна. Я думал, какой-то приличный сервис, а тут Баракова Петрова 81, вот хрень какая-то. Маршрут построен.
маршрута осталось 50 метров. Приехали. Мать, блядь. Масло Март. Показываю варианты. Маршрут построен. Через 50 метров поверните направо. Через 200 метров перед мостом поверните направо. Через 50 метров поверните направо. Через 200 метров перед мостом поверните направо.
а затем поверните направо. Маршрут построен.
300 метров на светофоре, поверните налево. Поверните налево, во двор. Чего ты сигналишь, блядь? Маршрут перестроен. Блядь. Через 600 метров съезд перед мостом, поверните направо. Затем поверните налево.
надо идти. Поверните направо. Проклятое место, блин. В общем, еле-еле я это нашел. В общем, в чем причина? Они написали масло март,
я забиваю в этот поисковике, я навигатора «Масломарт». Он ведет хрен знает куда, а у них написано «масло» латиницей, а «март» наоборот, «масло» кириллицей, а «март» в общем английскими буквами через жопу сделано, блин. Все нахрен.